Привет, друзья! Сегодня у нас долгожданная распаковка фотоаппарата Nikon Coolpix P900, официальная гарантия. Приобретен данный фотоаппарат в интернет-супермаркете Розетка.ua. Хочу сразу отметить быструю и качественную доставку товара в предприятие «Новая почта». Справились они всего за 3 дня, после чего я просто забрал посылку в отделение «Новой почты». Как бы, на мой взгляд, это очень быстро. Мы можем видеть, произведено 12 месяца 2016 года. Давайте заглянем внутрь. Значит, нас встречает гарантийный талон, европейская сервисная гарантия Nikon. Указан серийный номер аппарата, модель Coolpix P900 Black и дилер Nikon Europe BV. Пока отложим в сторону. Дальше декларация про видповидность и обращение к покупателю с указанием сервисных центров, адресов и номеров телефонов. Так, внутри у нас находится также какая-то книжечка, и это у нас краткое руководство с гарантийным талоном на 5 языках. Тоже мы ее пока отложим. Сам фотоаппарат, его мы оставим на сладкое. А также комплектация. USB кабель, аккумулятор, плечевой ремень и зарядное устройство с переходником. Так, как мы можем видеть, коробка пустая. Давайте перейдем к рассмотрению комплектации. Такого плана зарядное устройство. 5 вольт 1 ампер выдает оно. Nikon. Такая вот вилочка для подключения. Переходник под европейскую розетку. Так, вставляется и защелкивается. А также USB разъем. В USB разъем вставляется микро-USB кабель для зарядки устройства, а именно данного аккумулятора Nikon Lithium Ion Battery Pack EN-EL23, маркировка 3,8 вольта, 1850 мАч. Заряжается данный аккумулятор непосредственно в фотоаппарате. Плечевой ремень Coolpix с надписью Made in China. Ну, давайте перейдем к самому фотоаппарату. Аккумулятор вставляется в разъем для батареи. Также в данном разъеме присутствует еще место для карты памяти SD. Фотоаппарат имеет 83 крата увеличения. Запись видео Full HD. Управление зумом как на самом объективе, так и вот этой вот клавишей. 3-дюймовый экран поворотный. Также порадовало, кроме 80-кратного зума, это наличие модулей передачи данных Wi-Fi и NFC. Размещение портов HDMI и USB под резиновой заглушкой. Также есть GPS-приемник-передатчик. И встроенная вспышка. Ссылку на данный товар я разместил под видео. У кого есть вопросы по данному аппарату, прошу писать в комментариях под видео. Буду рад помочь. А в заключение хочу сказать, что интернет-магазин Розетка.ua, как всегда, на высоте. Очень хороший сервис и отзывчивый персонал. Всем его я рекомендую. До новых встреч. Пока-пока.